думаю, что это пароход не понравится. Хорошо. Иди сюда, мальчик. Да, у нас на курган, как лучше отправить через Бутбуже. Николай, позвони сюда. Николай, подойди сюда. Так, иди сначала в сторону. Да, пожалуйста. Чтобы попал в надпись. Поближе, брат, поближе. Поближе, кричи. В общем, вам сейчас нужно проехать на Бердюжье. Да, вот как на Бердюжье, пока отсюда будете налево. И там до Кургана там дорожка. Так, у этих книг много друзей, но еще больше врагов. Потому что они кому и там телефоны, все выходит, интернет мы оставили здесь. А просто под глаза нет. Те, которые льстили начальствующим, их, скажи, они исчезли, нигде нету. И это пророческое слово. Во свете Библии рассматриваются все государственные вопросы. И это я говорил там, где ползала, может, КГБ сидели. И ни один ничего не нашел, кроме того, что да, другого пути просто нет. Мы должны жертвовать самим собой. А без этого, ну, ничего не получается. Мы стоим на одном месте, и мы видим, что дальше-то идет. Россию уже рвут на счастье, не Советский Союз. И затормозить это может только Христос. Поэтому вера во Христа у нас стоит на первом месте. Мы православные, брат у меня протоиерей, тем более везде Ишимский, а мы в Ишиме находимся. Какие могут быть характеристики? До свидания. До свидания. Богом. Нашу собачку, гляньте, посмотри, какая. Я уж смелю. Видели? Она сколько призов взяла, если она ученая. А там сидит ее хозяин. Ну-ка, голос подай. Сережа, голос подай. О, молодец.